Андрей Кончаловский встретился с общественностью Владивостока. Этот тур режиссер, сценарист и общественный деятель организовал по случаю двойного юбилея – своего 80-летия и 55 лет, как он занимается кино. О том, как рождаются темы для фильмов, почему сложно ставить классику и многом другом рассказал на творческой встрече. А еще мастер говорил о простых и в то же время очень глубоких вещах. Зачем нужно искусство, где грань между подлинным и массовым и что такое счастье. Как признался Кончаловский, это чувство он особенно остро ощущает, когда слушает музыку Баха и смотрит на закат. Кстати, публично пообещал в следующем году привезти во Владивосток свои театральные постановки Чехова.